уголков просто заменили на колонну круглую с еще большей толщиной стенки и большим поперечным сечением. А вы знаете, как проверяются краны? Сначала мы перегружаем кран, затем мы перегружаем грузоподъемные механизмы, и третьей проверкой мы провоцируем кран на опрокидывание. Первый экзамен будет сдавать наше предприятие. Мы обещали 400 кг грузоподъемности. Проверять надо с перегрузом 25% и выждать не менее 10 минут времени. Поэтому проверочный груз 500 кг. Экзамен сдан. А вот второй экзамен будет сдавать московское предприятие «Асалифт», производители лебедок Италии. Это их грузоподъемный механизм трудится на консольном кране грузоподъемностью 250 кг на прямом тросу, либо 500 кг через блок. Проверочный вес здесь 500 кг. Таль трудится на максимальном режиме, хотя имеет свой запас надежности. Экзамен сдан. Третий экзамен сдают монтажники заказчика. С помощью тали они дергали груз вверх, вниз, вперед, назад, раскачивали консоль, чтобы спровоцировать опору крана на отклонение. С помощью уровней фиксировали отклонение, а его просто нет. Экзамен сдан.